يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكум ва рахматуллах. Уважаемые наши телезрители, приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ 3 и вновь продолжаем нашу тему, посвященную толкованию проповеди посланника Аллаха месяца Рамазан. На прошлой передаче мы говорили о поведении в этот месяц, насколько важно иметь правильный нрав, благой нрав, правильное поведение и соблюдать этику в этот месяц, так как это будет способствовать тому, что человек сможет с легкостью пройти через мост в судный день. На этом я передаю свое слово нашему гостю, Ходжат Аль-Ислам Валь-Муслимин, шейх Гурбану. Ассаламу алейкум, шейх Гурбан. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Уважаемый шейх Гурбан, на прошлой передаче мы говорили о правильном поведении, насколько это важно, особенно в этот месяц, как нужно относиться к людям, которые окружают тебя. Можно ли продолжить с этого момента? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей Хади ТВ 3 и хочу напомнить последние слова Его Светлости, которые мы разбирали. Его Светлость Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил следующее. Во-первых, Его Светлость призывал кормить постящихся, даже если это что-то незначительное, как половина финика, всего лишь одним фиником, например, или же стаканом воды поить человека, который закончил свой пост. И далее Светлость, обращаясь к людям, говорил: «Ман хассана минкум фи хаза шахр хулукаху кана лаху джавазан аля сират йаума тазилу фихи л-акдам». О люди, тот, кто украсит свой нрав в этот месяц, сможет пройти через мост в день, когда все остальные будут сотрясаться, все остальные будут оступаться. وَمَنْ خَفَّفَ فِي هَذَا الشَّهْرِ. И тот, кто снисходителен в этот месяц, أَمَّا مَلَكَتْ يَمِينُ, к тем, которые находятся в его распоряжении, к тем, которые находятся в его подчинении, خَفَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِ حِسَابَهُ. Всевышний будет к этому человеку снисходителен в день расчета, в судный день. И далее Его Светлость говорит: وَمَنْ كَفَّ فِيهِ شَرَّهُ كَفَ اللَّهُ أَنْهُ غَدَبَهُ يَوْمَ يَلْقَهُ. Тот, кто избавит других людей от собственного вреда, от собственного зла, то есть тот, кто удержит себя от того, чтобы причинять другим беспокойство, зло, вред и так далее, Всевышний удержит от него свой гнев в тот день, когда он встретится со своим Господом. В тот день, в судный день, когда этот человек встретится со своим Господом, Всевышний удержит свой гнев в отношении него. То есть, если он совершил какую-то ошибку, что вызвало, в свою очередь, гнев Всевышнего, Всевышний ради этого поступка, ради того, что он не причинил другим людям беспокойства, зла, ради этого удержит свой гнев. Это опять-таки касается вопроса об отношении к другим, вопроса об обращении с другими, как с другими обращаться, как относиться к другим. То есть, другими словами, это не что-то
имеющее отношение к внутреннему состоянию, душевному состоянию человека. Это опять-таки этика, правила поведения, нормы поведения, как вести себя с другими, как обращаться с другими. И последний вопрос имел отношение в первую очередь, то есть то, что Его Светлость говорил в последнюю очередь, то, что было последним зачитано нами. Здесь Его Светлость говорит в первую очередь о правах других людей, о правах творений Всевышнего. Как мы уже говорили, это самый тяжелейший из грехов и ошибок, которые человек может в своей жизни совершить, потому что совершив что-либо против Всевышнего, человек может покаяться, и Всевышний простит его. Но ошибки, грехи, совершенные против творений, против людей, попирание их прав, это уже очень тяжелый грех, потому что насколько мне известно, не каждый человек снисходителен, и не каждый человек готов простить другого за обиду. Насколько мне известно, еще особенное внимание уделялось соседям, например. Много пророк говорил про соседей, насколько важно правильно относиться к ним, не угнетать, не как бы. Да, абсолютно. Ну, в любом случае, не нарушать права. Мы в преданиях, в исламском учении встречаем, что человек к своим близким должен относиться с вниманием. Внимание свое должен проявлять. Когда речь идет о том, чтобы не причинять кому-либо зло, не причинять кому-либо беспокойство, здесь, конечно, о всех людях идет речь. А когда речь идет о том, чтобы услужить, о том, чтобы помочь, о том, чтобы поддержать, то чем ближе человек, тем больше здесь со стороны ислама настаивание на том, чтобы человек был бдителен. То есть, если это его семья, то он должен быть очень бдителен, дабы они ни в чем не нуждались, чтобы их права не нарушались. Да, чтобы он, человек, в данном случае не был халатен, беспечен и так далее. Далее Его Светлость продолжает перечисление и, то есть, подобных уже ранее озвученных качеств. Например, далее Его Светлость говорит: «Вамен акрама фихи ятиман, акрамаху Аллаху яума ялькаху». Тот, кто окажет почесть, можно перевести как «угостит» или же Окажет особое внимание сироте в этот месяц. Фиги, вамен акрама фиги, в этот месяц, в месяц Рамадан, одному сироте, акрамаху Аллаху яума ялькаху. Сам Всевышний в день суда, когда он встретится со своим Господом, окажет ему особое внимание. То есть, если человек окажет в этот месяц особое внимание, уделит внимание, окажет ему почести в этот месяц хотя бы одному сироте, то сам Всевышний этому человеку окажет внимание в день суда, когда он встретится со своим Господом. По поводу отношения к сироте, у нас имеется огромное множество преданий, то есть о том, насколько это является важным, насколько это является ценным поступком, хорошее обращение с сиротой. Например, Савабуль Амали, имеется предание от имама Али алейхи салама, который говорит очень удивительные вещи. Обратите внимание. «Вама мин му'минин, вала му'минатин яда'у ядаху, аля ра'си ятимин, тарахуман ла». إلا كتب الله له بكل شعرة مرت يده عليها حسنة. Он говорит, это Савабуль Амаль, 199 страница. Нет ни одного верующего и ни одной верующей, которые бы провели своей рукой по голове сироты, проявляя таким образом свою любовь, свою доброту к этому сироте.
тарахуман лях, то есть проявляет таким образом милосердие, проявляет таким образом любовь. Илля катаballahu lahu bi kulli shahratin marrat yaduhu alayha hasanatan. Нету ни одного такого верующего и верующий, чтобы Всевышний не записал ему доброе деяние, благое деяние взамен за каждый волос, по которому пройдет его рука. То есть за каждый волос, который окажется под его рукой в этот момент, за каждый волос Всевышний записывает одно благое, доброе деяние. То есть настолько ценным является доброе обращение, милосердие к сиротам в исламском учении. Или же, например... Мы даже это видим на примере имама Али, алейхиссалам, его назвали отцом сирот, так как он особое внимание уделялся сиротам. Да, имам Али, алейхиссалам, так же, как и другие непорочные. Ну, опять-таки, мы вспоминаем аяты Священного Корана, вспоминаем многие из преданий, в том числе эти предания. И видим, что насколько важным это деяние является, насколько ценным это деяние является перед Богом. И, естественно, мы не можем даже предположить, что непорочные сами, призывая к этому, сами не следовали своему собственному учению. И, конечно же, уделяли особое внимание. Уделяли особое внимание данному вопросу. Сам имам, алейхиссалату вассалам, как вы упомянули, он приносил в те дома, где были сироты, приносил еду и продовольствие. Даже помимо этого он играл с этими детьми, подобно ребенку он с ними обращался, чтобы... Да, есть предание, я как раз вспомнил, очень интересное и трогательное предание, когда его светлость Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, будучи халифом, обратите внимание, будучи халифом, усадил на себя, он встал на четвереньки, его светлость, и усадил на себя ребенка и таким образом игрался с ним. Тот, как наездник, ребенок как наездник, как будто восседает на... как наездник себя вел, и другие люди, увидев это, они немножко смутились, и обращаясь к его святости Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, говорили о том, что ты же халиф, ты серьезный человек, как ты можешь так себя вести? Его святость, обращаясь к этим людям, говорил, что вы видите его улыбку и радость на лице. Они говорили, да, он очень рад, счастлив. Он говорил, мне этого достаточно, и важнее для меня, чем что-либо другое. Да, то есть такое отношение мы со стороны непорочных видим, и призыв к такому деянию, это, конечно же, присутствует. Я приведу еще одно предание от шейх Садук в своей книге «Мен ла яхдурху аль-факих». Первый том, 188 страница, от имам Садик, алейхиссалату вассалам. Имам Садик, его светлость, говорил: «Ма мин абдин ямсаху ядаху ала ра'си ятимин, тарахуман ла илля а'тааху Аллаху би кулли шааратин нуран йаума аль-кияма». Его святость имам Садик, алейхиссалату вассалам, говорит практически примерно то же самое, что его святость Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, сказал. То есть нету ни одного раба Всевышнего, который бы не провел своей рукой по голове сироты, проявляя таким образом свое милосердие, свою заботу о нем, свое внимание проявляя таким образом к нему. «Илля а'тааху Аллаху би кулли шааратин нуран йаума аль-кияма». Разве что Всевышний дарует за это, взамен за каждый волос, по которому пройдет рука, свет в день суда, судный день. Ну, здесь можно «хасанатан», сказанное Али ибн Абу Талибом, алейхиссалату вассалам. Здесь в данном случае сказано «нуран». Ну, так как оба предания ведут речь об одном и том же, можно
подумает, что это просто одна вещь, два разных названия имеет. То есть два разных названия для одной вещи. Я хочу обратить внимание, что здесь всего лишь говорится о чем, обратите внимание. В этих преданиях говорится, опять, во-первых, вспомню, что волос на голове огромное множество. То есть человек даже не сможет их сосчитать, не способен съесть и сосчитать их, во-первых. Во-вторых, за что эта награда полагается, за что записывается Богом эта награда? Всего лишь за то, что человек немножко проявит внимание небольшое буквально. Небольшое, абсолютно самое малозначительное, внимание. Самое, в общем-то, минимальное внимание. И для этого не нужно денег, для этого не нужно ничего. То есть, чтобы совершить подобный хороший поступок, заработать все эти благие деяния, заработать все эти награды перед Всевышним, здесь ничего не требуется, не надо быть богачом, не надо быть каким-то особенным человеком, любой может подобный поступок совершить. Не говоря уже о тех поступках, которые совершаются по отношению к этим людям, к сиротам, и при этом требуют каких-то затрат, каких-то усилий. Можно вообразить, насколько они являются ценными, если всего лишь подобные поступки имеют подобную большую ценность. Совершенно верно, уважаемый Шейх Гурбан. Мы прервемся на небольшую паузу, после которой продолжим. Уважаемые телезрители, мы прервемся на паузу и далее продолжим нашу тему. Уважаемые телезрители, мы прерывались на небольшую паузу, далее продолжаем нашу тему. Уважаемый Шейх Гурбан, мы говорили о сиротах. Насколько важно проявлять к ним особое внимание в этот месяц? Да, таким образом мы видим, что исламское учение проявляет данному вопросу огромное внимание, огромную значимость придает. И, конечно же, верующие мужчины и женщины должны воспользоваться, если у них имеются люди, дети, которые лишены родителя или одного хотя бы родителя, должны воспользоваться этот месяц и проявить это отношение, то есть воспользоваться этой возможностью и получить эту награду за данное деяние. Итак, далее его светлость говорит о поддерживании родственных связей, о том, о чем мы говорили ранее в одной из наших встреч. Его светлость говорит следующее. «Вэмэн вэсэля». Ну, помимо этого, конечно же, внимание, то есть я хочу опять остановиться на предыдущем пункте. «Вэмэн акрэмэ фиихи ятимэн акрэмэху Аллаху яуми ялкаху». То есть тот, кто окажет внимание сироте, то сам Бог окажет внимание ему в судный день. Это тоже дорогого стоит, когда сам Бог, сам Всевышний оказывает внимание человеку в судный день, в тот день, когда он больше всего в этом нуждается, когда острее всего он нуждается во внимании Всевышнего. Итак, говоря о поддерживании родственных связей, его светлость говорит следующее. «Вамэнне васаля фиихи рахме, васаляху Аллаху бирахмати, яуми ялка, вамэн ката фиихи рахме, ката Аллаху анху рахмата, яуми ялка». Слова на самом деле очень значительные. Его светлость говорит о том, что тот, кто в этот месяц поддержит родственные связи, Всевышний окажет свое милосердие к нему в тот день, когда он встретится с ним, со своим Господом, в судный день. То есть «Васаляху Аллаху бирахмати». То есть он окажет ему милость, милосердие в судный день. А тот, кто разорвет родственные связи в этот месяц, месяц Рамадан, что, в общем-то, является запретным даже в другие месяцы –
разрывания родственных связей. Не говоря о том, чтобы это было тяжким грехом, большой ошибкой в этот священный месяц. Его святость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что тот, кто прервет родственные отношения в этот месяц, Всевышний лишит его своей милости в день суда. Извините, Шейх Гурбан, вот хотелось по этому поводу задать вопрос по поводу родственных связей. С точки зрения ислама, кто имеется в виду именно под родственниками и о каких связях идет речь? Это всего лишь позвонить, спросить, как у них, как они поживают, или имеется в виду навещение, навещать их, помогать им и так далее? Ну, родственники, в первую очередь, это близкие родственники, конечно же. Когда говорится, что это обязательно, конечно же, говорится о самых близких родственниках. То есть, например, это дедушка, бабушка и другие близкие родственники. Их, конечно же, огромное множество. Но также, конечно же, хорошо, желательно, когда человек поддерживает родственные связи с дальними родственниками. Это тоже хорошо, это тоже поощряется, это тоже, к этому тоже призывается. Говоря о том, как поддерживать родственные связи, здесь нельзя сказать какого-то определенного метода, о чем-то определенном сказать невозможно. Критериев нету, да? Каких-то четких критериев здесь в данном случае сложно иметь. Почему? Потому что люди разные, у всех разные возможности и разные ситуации. Человек иногда находится в одной стране, а его родственники находятся в другой стране. Порой он не может их навестить, порой может навестить. Ситуации разные. И иногда достаточно просто позвонить. Тем более в современном мире, где практически каждый второй имеет интернет, имеет доступ к интернету, и при этом, в общем-то, нет нужды, имея доступ к интернету, нет нужды пользоваться телефоном, обычным телефоном или сотовым телефоном. Достаточно установить несколько программ и воспользоваться с ними, и установить связь с родственниками как с помощью голосовой связи, так и видеосвязи. То есть возможности, все зависит от возможности человека, на что он способен, как он может. Конечно же, есть желательные деяния, это навещать, узнавать о том, как они живут, есть ли у них какие-то трудности, проблемы, и по мере того, как по мере того, какие возможности у человека помогать им, если у него есть возможность, если обладает такой возможностью помогать своим родственникам, это, конечно же, необходимо. Это даже важнее, чем помогать своему соседу. Это важнее, чем помогать какому-то бедняку, нищему. Например, в исламском учении исламские заповеди установили несколько видов платы, которые человек должен платить в пользу бедняков. И эти платы не касаются, никоим образом не касаются родственников. То есть человек не может найти среди своих родственников бедняка и эту сумму, например, закат отдать ему. Например, ни в коем случае. Он должен отдать чужим. Но вне этих установлений, вне этих заповедей, он должен в первую очередь помогать именно своим родственникам. Другим ислам не поощряет помогать до тех пор, пока нуждаются родственники. То есть, если у человека в окружении, в его роду, в его семье имеются нуждающиеся люди, то ислам крайне негативно относится к тому, чтобы этот человек и отправился и помог чужим людям, даже если они очень нуждаются в этом, до тех пор, пока он не поможет своим родственникам. Ну да, имеются вот именно вот такие заповеди, как закят, например, где человек не имеет права помогать и платить эту сумму своим родственникам, он должен оплатить это в пользу других людей, в пользу бедняков, например. Итак, говоря о поддерживании родственных связей, его святость говорит о том, что тот, кто поддержит родственные связи в этот месяц, Всевышний окажет ему свою милость в судный день. И тот, кто прервет родственные связи, разорвет родственные связи, Всевышний в судный день лишит его своей милости. Подобное предание мы встречаем и в других сборниках, например, Аль-Кафи в другом предании, в Аль-Кафи, второй том, 151 страница, от имама Бакра, алейхиссалату вассалам, предание имеется. Его святость говорит: «Инна ар-рахима муаллакатун яума ль-кьямати биль-арш».
Он говорит, родственные связи связаны в судный день, то есть будут связаны в судный день с троном Всевышнего, с троном Бога. То есть родственные связи будут связаны с троном Бога в судный день. Такулу. И эта связь, родственная связь, будет говорить в судный день, будучи связанной с троном Всевышнего. То есть это говорит, насколько важно, то есть когда его светлость имам Багир, алейхиссалату вассалам, говорит, что родственные связи будут связаны с троном Всевышнего, он хочет таким образом подчеркнуть, и это указывает на то, что на то, насколько высокое положение и значение будет иметь перед Всевышним родственные связи, насколько это важно. И эта связь будет говорить в судный день: «Аллахумма силь ман васалани, вакта ман катаани». Это предание очень схоже с тем, что его светлость в этой проповеди говорит. Эта связь, родственная связь, будет говорить в судный день о Всевышний, обращаться к Богу и молить Его о том, чтобы Он лишил своей милости тех, кто не поддерживал родственные связи, кто разрывал родственные связи, и оказать милость и милосердие тем, кто поддерживал родственные связи. Ну, порядок немножко другой, я наоборот сказал. В первую очередь говорить о том, чтобы Всевышний оказал милость тем, которые поддерживают родственные связи. И во вторую очередь молитва о том, чтобы Он лишил своей милости и милосердия тех, кто их разрывал. Ну, мы ранее говорили, также я напомню, что мы приводили предание, согласно которым поддерживание родственных связей увеличивает жизнь, и мы разъясняли, что значит увеличивать жизнь, что под этим подразумевается в преданиях. И наоборот, тот, кто разрывает родственные связи, тот жизнь того человека сокращается. И опять-таки здесь подразумевается и вместимость, яркость жизни, а не длительность. Это необходимо учитывать. Все это говорит о том, насколько это важно. К сожалению, я хочу также об этом сказать, и, на мой взгляд, это одна из важнейших проблем в современном мире. Почему? Потому что современное общество, современный мир, который строится на отчасти, ну, по крайней мере, медийная часть, она строится отчасти на атеизме или на христианстве, или на других каких-то религиях, которые не уделяют, так же, как и многим другим вещам, общественно-социально важным вещам, не уделяют важного внимания. И мусульманское общество, мусульманская общественность, она также находится под влиянием этих настроений и, как следствие, в общем-то, ведет себя таким же образом, разрывая родственные связи. И это все больше и больше распространяется, к сожалению. И, в общем-то, мусульмане должны уделять этому внимание, должны быть внимательны. Ислам проповедует абсолютно другое. Ислам не приветствует то, что проповедуется Западом, западными учениями и западными обществами. Ислам требует поддержания родственных связей. Спасибо, уважаемый шейх Курбан. Наша передача подошла к концу. Мы с вами прощаемся. До следующей передачи. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Уважаемые телезрители, к сожалению, мы вынуждены с вами попрощаться, так как наша передача подошла к концу. Иншаллах, увидимся на следующих передачах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. يا مجيب الدعوات.